Сиалк – это название первой цивилизации центрального Ирана на юго-западе города Кашан. Археологическому памятнику Сиалк или Тепе Сиалк, расположенному в районе Фин в Кашане, около 7000 лет. Тепе Сиалк на самом деле был местом поклонения древних людей. Он сделан из глины и керамики. В руинах древнего холма Сиалк было найдено несколько человеческих скелетов и древних сосудов, которые хранятся в музее Лувр во Франции, Национальном музее Ирана, музее Садафин и экспозиции для посетителей рядом с этим древним памятником. Инжа Иранаст, сарзамине Мандегар.